Для сборной Франции победа в стартовом матче была крайне необходима. И это чувствовалось по игре французов. Правда, Оливье Жиру удалось открыть счет лишь во втором тайме. Но уже спустя 8 минут румыны восстановили равновесие. На 65-й минуте Богдан Станко реализовал пенальти. И когда уже все, похоже, свыклись с ничейным результатом, на 89-й минуте Димитри Пайе дальним ударом установил окончательный счет. 2-1 в пользу хозяев. Мы очень горды и полны эмоций. Мечта сбылась. Игра была трудной, да и судья порой принимал странные решения. Но в конце этот гол Пайе. Все 80 тысяч болельщиков на стадионе запрыгали от счастья. Удивительное зрелище. Атмосфера была замечательная. Только этот нелепый гол француза все испортил. Но мы вполне можем пройти в 1/8 финала, если победим в двух оставшихся играх. Следующими соперниками французов станут албанцы, а румыны сыграют против швейцарцев.